Вітаю! У житті кожної людини є моменти, коли хочеться полишити домашні клопоти, турботи, роботу і відправитися у мандрівки. Звичайно, поїхати за кордон може не кожен, а от вилазка на природу доступна всім. Сьогодні ми поговоримо про активний відпочинок і черкастів, які є учасниками туристичних клубів. Сьогодні до нас у студію завітали такі гості – Радомір Попов, керівник турклубу «Три вершини», і Наталія Шева – співзасновник цього клубу. Здравствуйте. Радоміре, до тебе відразу перше запитання. Розкажи, коли виник цей турклуб і взагалі як так сталося? Ну, офіційно приблизно у 2014 році ми провели таке засідання з ребятами, и, по сути, он появился. А до этого, то получается, сначала я просто ходил в горы, потом ходил с друзьями, друзьями друзей, то есть нас становилось все больше и больше. В общем, в итоге это уже переросло в такое вот, как бы, постоянное, хроническую зависимость от путешествий, от гор, от встреч, от этой атмосферы. А так, в принципе, с 2014 мы существуем. Кто в вашей команде и кто? За що вони відповідають? У нас, по суті, как бы двоє основних людей. Є ще люди, які, по суті, зараз знаходяться за кадром. Це врач, чоловік, який допомагає по сайту, соцсетям. Ну і буває, якщо якесь велике мероприятие, і ми не справляємося, то ми просимо там своїх друзів, які мають опыт, і вони нам вже допомагають. Радоміре, я знаю, ти маєш освіту екскурсовода. От розкажи, як здобутий фах допомагає у теперішній роботі? Ну, на самом деле, я так немножко издалека зайду. То есть, получить образование – это одно дело. А вот постоянное самообразование, саморазвитие – это совершенно другое. Я учился на экскурсовода, но занимаюсь немножко другой деятельностью. То есть я сейчас не рассказываю, и я не вожу экскурсии. Я, по сути, являюсь там организатором активных мероприятий. То есть я в горы вожу как гид, как проводник. Я не особо могу сказать, что мне мое образование помогло. Это больше мое увлечение мне помогает как бы заниматься тем, чем я занимаюсь. Потому что я этим живу, мне это очень нравится, и я стараюсь это передать, передать другим. Вот, вот так вот. Я бачила, що підписників у соціальних мережах у вас багато, тобто близько навіть 2000, так? Чи в Черкасах побільшало людей, які хочуть займатися туризмом, займатися активним відпочинком? Ну, я би сказала, це більше стосується дітей. Дітей дійсно стало більше, ходять не в гори, батьки менше вже так спокійно віддають їх з нами. Вот, серед взрослого населення, то как бы, народ у нас в городе пассивный, к сожалению. Может быть, со временем что-то изменится. Сейчас таки идет там пропаганда, здоровый образ жизни, путешествий. Но вот касаемо детей, то результат уже есть. И радует, что в городе нормально так увеличилось количество велосипедистов. Вот видно, что из года в год людей на байках становится все больше и больше, и ездят они правильно, то есть там защиту одевают, то есть какая-то культура появляется. А у вас есть какой-то наистарший и наимолодший турист и постоянный участник клуба? Ну, из самых младших у нас были, восхождение на ту же самую Гаверлу, там были дети и... Будущие дети. Три года ребенку и... Ну, мать, которая уже ожидала, там, по сути, ребенка уже на 7-м, по-моему, на месяце была. То есть у нас даже такие восхождения были. Они очень аккуратные, в плане того, нашей подготовки, потому что мы несем ответственность за людей, берем ответственность. Вот, поэтому мы все там взвешим, стоит или не стоит. Ну, просто были от 3 лет участники и были до 65, по-моему. А еще Олежка, год и 8. Тоже с нами поднялся. А, один еще ребенок до 2 лет, да, он с... Отцом подымался, отец его посадил в такой как бы рюкзак, специально кресло-рюкзак. И вот таким образом они подымались на вершину. Тоже интересно, это было очень такое милое зрелище, потому что, получается, родители с самого детства детей привлекают к активному отдыху, к туризму. Это на самом деле очень важно и круто. А самый старший, наверное, это эти бабушки со Смоленска. Да, там за 60-м было.
Ну, я видела в горах и 90-летних, они идут медленно, но уверенно, то есть они как бы раньше имели опыт, либо некоторые стартовали достаточно поздно. Но тем не менее, если со здоровьем, ну, относительно все нормально и таком, скажем так, небольшом темпе идти, то какие-то несложные там восхождения, либо путешествия вполне в любом возрасте они доступны. Там нужно уже к себе прислушиваться, с кем-то консультироваться, и все будет хорошо. Ви до якого віку плануєте займатися? До конца. Победно. Ну, мы как бы не ставили себе какие-то рамки. Все будем смотреть по ситуации, но горы как бы и вообще путешествия, они затягивают, они развивают. И вот, скажем так, вот приезжая с какой-то поездки, и ты уже в ожидании следующее. Если долго куда-то не ездишь, то такое какое-то ощущение, не знаю, там тебя... Ну, такая специфическая зависимость, постоянно открывать для себя что-то новое. Это должно быть, ну, как набор каких-то качеств у человека, там вот интерес, любознательность к чему-то, там стремление узнавать. Вот мне кажется, что таких людей просто не остановить, их невозможно просто посадить вот в такую социальную клетку, сидеть дома и просто быть зрителем других жизней. Нет, мы участники своей как бы жизни, мы стараемся путешествовать. Протягом тривалого часу ви напрацювали певний графік ваших подорожей, мандрівок. От розкажіть, ви їх якось підлаштовуєте, коригуєте? Якщо так, то в залежності від чого? Ну, ми якби орієнтуємося, в общем-то, на людей, да, коли у них є там вихідні, якісь праздники совпадають, то есть свободне время. То же саме літом відпуска, теж якби стараємося побільше якихось мероприятий іменно в этот період, там зимою новогодні праздники, там рождественські канікули. Ну, ще треба якось впихнути свої мероприятия, вот, тому що ми теж якби розвиваємося, їздимо, розпізнаємо якісь нові райони. Вот, я якби обучаюсь альпінізму, то есть там теж у нас разрядные требования есть, и нужно постоянно усовершенствовать свои навыки. Поэтому как-то так пытаемся его утрясти. Бывают спонтанные поездки, какие-то звонки там. Ребята, вы можете? Да, можем. Нет, к сожалению, вот, ну, по-разному. А чи бувало таке, що, наприклад, день народження у вас випав в той день, коли ви десь або мандруєте, або переліт якийсь? Конечно. Ну, постоянно. Праздновать день рождения в городе, в Черкасах, это несерьезно. Для нас. Ну, у меня было такое, что на маршруте, мы тогда лазили в Крыму, и после маршрута удачного, когда уже спустился вниз, вот отметили в альплагере, ну, в Крыму, там, мой день рождения, было много всяких альпинистов, которых я знаю и не знаю, но тем не менее был общий праздник. А вот бывает в горах, люди отмечают, и мы там делаем там какие-то тортики из того, что есть какие-то печенья, сгущенка, это очень приятно. Поэтому, да. Зараз я пропоную нашим і гостям, і глядачам передивитись невеличкий ролик про мандрівки. We'll be right back.
тільки що ми переглянули відео, і відразу хочеться запитати. Всі люди там з спеціальними пристосуваннями, в спеціальному одязі. От яке спорядження потрібно брати з собою? Ну, для кожного мероприятия абсолютно разное, потому что есть вот альпинизм, где надо там, ну, одно снаряжение, есть просто пешие походы, где, например, там те же самые, там, пеший поход летом, то там, понятное дело, ни кошки, ни ледорубы, ничего там, в принципе, не надо. То есть, ну, мы подбираем снаряжение под мероприятие, ну, то есть... Ну, есть как бы базовые вещи, которые, в принципе, не важно, это поход, альпинизм, должны быть хорошие, это ботинки, там, хорошим протектором, то есть они не скользили, достаточно устойчиво, нога там голеностоп был закреплен. Тот же самый рюкзак, желательно, чтобы он был комфортный и под вашу спину, как сказать, отрегулированный. Вот. Там солнцезащитные очки, если это лето и зима, потому что зимой тоже ультрафиолет. Ну, это как бы из общего. А так все зависит действительно от поездки. Якщо це, наприклад, сплав по річці, що ви берете? Ну, гермомішки. Так, дуже важливо взяти з собою гермомішки, тому що речі повинні бути сухими. Тобто, коли ти і так цілий день на воді, і ще плюс, якщо попав під дощ, це взагалі буває неприємно. То перше бажання, коли причалюєш, це переодеться, швидко зробити лагер, швидко поставити костер. Ми відходимо від тих там, способів там, вибивати іскрой, выбивать кремнем искру для того, чтобы разжечь костер. Не, мы все делаем быстро, поставили газовый баллон, там, подогрели чай там, и тому подобное. То есть быстро переоделись, вещи тоже. Сейчас быстро сохнут, сейчас не все синтетические. Инновационные да. технологии, это очень круто. Все облегченное, уже нет этих 100-килограммовых рюкзаков, как раньше экспедиция. Все легенькое, компактненькое, удобное. То же самое горелки, они уже работают без зажигалок, то есть там без поджоги. Ну, они как бы иногда ломаются, но в общем-то в хороших фирмах служат долго. Сплав, что еще? Ну, спальник какой-то, все зависит от сезона. Там, если это лето, то он менее теплый. Осень, весна, там уже свой температурный режим. В плане вот снаряжения тоже как бы нужно то есть, с людьми то есть, общаться и говорить, что для каждой поездки им надо, потому что обычно они не знают и могут с собой тарабанить большой там какой-то натовский рюкзак, летом при плюс 20 он никому особо там и не нужен. Ну, тоже момент такой, бывают длительные поездки, то есть по времени, вот когда ты делаешь себе раскладку там в в плане ну, продуктов, питания, то там тоже очень важно сделать это все грамотно, очень мало, ну, чтобы оно место занимало, веса, соответственно. Не повторялось, да, просто было разнообразие какое-то. Начинаешь думать, что важнее взять, там, сушеное мясо или дополнительное, ну, как бы дополнительные штаны, такой, да, ну, ладно, штаны дома останутся. То есть вот так вот взвешиваешь. Ну, то есть мы обязательно людей предупреждаем, сбрасываем списки вещей. Да, если чего-то нет, ну, то лучше сразу сообщить нам, и мы этот вопрос как-то решим, чем потом приехать ночью на скалах 2 часа и сказать, а вот здесь спальник, и ты такой, 2 часа на скалах, конечно, его нет, ты думаешь, так, отдам свой, а там как-то выкручусь. То есть все вопрос решается, в городе есть прокаты, есть в магазинах и всяких там, просто люди свое сдают, там какие-то маленькие прокаты на квартирах, поэтому пишите. Скажем, где и как, и почему. Під час мандрівки може будь-що трапитися. От яких правил безпеки дотримуєтесь ви і чи проходили якісь спеціальні тренінги, наприклад, там, з надання медичної допомоги? Ну, в плані медицини, то как бы, проходили ті ж самі курси, но сказати, що ти підготовлений до будь-якої ситуації, то ні. Как бы лучше врача ніхто не знає. Вот. Ну, які там методи, подручними способами, як людину там, спустити вниз, там, визвати допомогу, що потрібно робити, одразу ж там, контакт зрительний встановити, там, спрашивати там, якісь питання. Тобто, зрозуміти, що людина в сознанні, тобто, здравому умі чи ні, вияснити причину, ну, тобто, не причину, а травма, яка у нього є, це вже ну, не знаю, ситуации. Изначально, как бы, еще два момента. Первый, это мы все-таки проводим технику безопасности, мы рассказываем, да, в принципе, что к чему и какие проблемы чтобы могут избежать, возникнуть. Да. Что лучше избежать, чем потом. Второй момент, если у нас, как бы, серьезные мероприятия какие-то, там, там, где есть действительно, там, как бы, риски, то у нас в команде есть медик,
квалифицированный, с дипломом, то есть он оказывает медпомощь, если вдруг чего-то. Но у нас пока никаких таких проблем не было и, надеюсь, не будет. Ну, мы как бы готовы к тому, что да, у нас групповая аптечка, личная аптечка, но, в общем-то, как всегда у нас учили, если есть какая-то определенная ситуация и есть среди нас медик, то этим занимается медик, а не мы, потому что мы не знаем, там какие-то аллергических реакций, то есть человек должен нам это заранее предупредить, там группа крови, это все, медосмотр проходится до поездки, и потом мы уже, врач видит вот эту всю общую картину и может помочь человеку. Мы разве что там, не знаю, транспортировку, если какая-то уже крайняя ситуация, то уже на свой страх и риск помогаешь человеку. Вот. Подорожі зараз коштують недешево. Розкажіть про якісь бюджетні варіанти. Якщо по Україні, то ну, как бы относительно тут недорого путешествовать. У нас страна, якщо так брати, особливо для європейців, для тих, хто приїжджає сюди, то вони розуміють, що у нас тут на самом деле дешево. Вот. Здесь организовать себе, ну, как бы, чтобы не переплачивать, можно просто не полениться и попробовать изучить тему, как сэкономить, как добраться, где найти дешевое жилье, там, вселиться, например, как просчитать маршрут. Эти все нюансы сейчас с помощью интернета очень много информации. Это все без проблем. Так же самое можно и по Европе путешествовать. У нас, по сути, вот там с товарищем у нас больших-то денег не было для путешествия по Европе. Ну, мы проехали, например, по Балканам, там 7 стран мы проехали автостопом. То есть у нас был такой опыт. Мы когда приезжали, ну, нам спрашивали, сколько вы потратили. Мы такие, да мы потратили $200. Ну, за все про все. А кто-то там тратит, там, я не знаю, там, ну, серьезные суммы. Вот, то есть с помощью интернета можно реально сэкономить себе бюджет. А еще можно найти человека, который там был, и у него расспросить. Ну, мне не раз звонили, и для меня, честно говоря, нетрудно сказать, какие там подводные камни там могут быть, как лучше сделать, как где дешевле найти какие-то координаты, да, человека, там, который может помочь, либо там скинуть номер телефона какого-то перевозчика. То есть это всегда не проблема. Мы, если ездим в какую-то незнакомую страну, то изучаем форумы, находим человека, который там был, с ним советуемся, читаем какие-то статьи, которые уже были. Но сейчас это вообще не проблема. Ну, даже если вы едете с пакетным туром, ну, я имею в виду через какую-то контору, через фирму или там туроператора, и вам вот предоставляют там, вот вы едете с такая-то вот стоимость, все равно нужно перечитать и ознакомиться на месте, какие цены в этой стране, какой курс, какие могут быть там же, в этой стране, подводные камни, потому что, например, да, вот мы прилетели там в конце мая с Непала. Когда мы готовились к Непалу, мы перечитывали предложения других там туроператоров, мы понимали, они там писали, в стоимость входит там, там работа гида, там проживание, еще чего-то там, допустим. Но когда мы уже приехали на место, мы уже были подготовлены, мы понимали, что проживание нельзя просто так взять жить и ну, не питаться. Проживание $2, а питание там $15. Вот такие все нюансы. Или там все там визовые моменты, или там пермиты, разрешения. Да, это еще нужно изучать. Смотреть определенная вот сумма, она может быть заманчива. Надо смотреть, что не включено. Да, и что касается азиатских стран, там находиться реально очень дешево. Но вот если не включен трансфер, авиаперелет, это реально большие деньги. Поэтому вот есть смысл поехать с командой, которая, допустим, дороже, там на каких-то, допустим, $200, но у них авиаперелет включен. Или они вам сразу скажут сумму. Потому что если вам говорят, что типа авиаперелет стоит недорого в Азию, то вас обманывают. Хотя есть разные сайты тоже сейчас, лоукосты и всякими пересадками. Может быть, менее удобно, но на порядок дешевле. Это тоже можно отслеживать, есть сайты, где как бы, какие-то интересные варианты скидываются. А страплялась ситуация, когда трансфер, там, скажем так, кинул, не переехал, забыл? Ну, мы стараемся работать с теми, кто надежный. Да, то есть проверенные. Для уже. Нас очень важно, чтобы люди, которые сотрудничают с нами, чтобы они были надежны, чтобы мы могли на них положиться. Ну, было такое один раз, там, на Кавказе к нам
ну, водитель, я ему там раз 10, ну, как-то интуитивно почувствовал, что с ним могут быть проблемы. Я ему раз 10 напомнил место, встречу, вот сюда мы спускаемся, такое-то время связи у нас не будет, потому что мы будем в горах. Вы приедете такого-то числа, да-да-да, там все, и тут же там, ну, что-то на ходу, там что-то другое рассказывал. Потом он уехал, и через определенное время мы спустились, его не было. Хорошо, что мы недолго ждали, то есть, и пришлось нам комбинировать, не во всех местах ты выйдешь, и сразу получается маршрутка тебе, то есть, ну, так далеко не везде. Бывает такое, ты приезжаешь в глушь, а там, ну, один какой-то полноприводная машина проедет там, я не знаю, в неделю, и это, ну, как бы все, по сути. Вот поэтому мы всегда перестраховываемся, стараемся там работать с надежными людьми, то есть... Ну, бывает основная такая проблема в Украине, это когда цены меняют, вот ты ездил вот за такие деньги, потом ты приезжаешь, и тебя ставят перед фактом, что сумма выросла в два раза. Это возможно только у нас, к сожалению. Но я думаю, ситуация ну, со временем поменяется. В Украине сложно тоже, ну, если так смотреть по-честному, у нас сложно с туризмом, потому что у нас сложно еще и с сервисом. Люди у нас не привыкли, ну, как бы работать четко, прозрачно, даже иногда в убыток себе. То есть, ну, люди не понимают, как это можно в убыток себе. Но для сохранения репутации иногда нужно просто, ну, как бы потерять там, я не знаю, там деньги или время, но сделать... ну, как бы все правильно. Вот. Мы там часто, ну, допустим, ездим в те же самые Карпаты, мы часто сталкиваемся с тем, что там цены меняются по ходу дела, как Наташа говорит, или там, допустим, действительно там водитель позвонил там, говорит, вот я не приеду, потому что я выпил. Ну, и ты, да, ты и в 12 ты знаешь, часов ночи начинаешь искать трансфер, будешь людей. И ты знаешь, что у него куча знакомых, которые, в принципе, имеют транспорт, но он тебе ни одного не скажет. Если бы эта ситуация случилась в той же самой Грузии, то тебе уже три варианта предоставили за те же самые деньги. Потому что, как бы, им главное клиента не потерять, а там они уже между собой как-то договорятся. Ну, я думаю, у нас тоже все наладится. Мы это надеемся. А що ви привозите в Україну звідти? Які сувеніри? Можливо, у вас є там традиція, як магнітик на холодильник? Воспоминання. Я лично абсолютно никогда ничего не привожу. То есть сувениры вообще не привожу. Я могу только какой-то определенный там вид, ну там фрукт определенный взять или там какую-то, ну максимум бутылку вина местного там. Именно местного, не там где-то в магазине, а там, чтобы там настоящий какой-то грузин налил там. Вот. А такого, как магниты, сувениры у меня вот все в голове. Не, ну у меня было такое. Я, например, вот эти штаны привезла с Непала, их привезла своей маме. Там какие-то тоже фрукты экзотические, там, если это Грузия, я тут банально, я, честно говоря, там привезла вино, сыр и кнесванскую соль. Там, чтобы дома попробовать что-то не, ну, похожее сообразить в плане кухни. Ну, в том смысле, что мы, если везем сувениры, то это сувениры, которые не просто пылятся на полке, а действительно приносят пользу или там удовольствие там, ну, попробовать, что-то. Угостить кого-то, или можно просто самим использовать, носить там. Да, что-то какое-то по делу, там какие-то шапки, они потом зимой одеваешь, такой, вот, там классно было, там, где-то там... Да, вот. Тактильно, воспоминания, там, музыка, например, там, вспоминаешь музыку, такой, а, сразу же, о, классно было. Или там тактильно вещь какую-то взял, почувствовал. Это да, это есть такое, но там, чтобы просто магнит висел на холодильнике, то такого не, нет. Ну, бывают просто такие заказы, привези мне магнитик. Ну, ты идешь и ищешь тот магнитик, хотя, не знаю. В горах особенно, да. Кусочек камня можешь привезти какой-то классный, если найдешь. У вас есть какие-то талисманы, например, чтобы ничего не трапилось в подорожі? Так ничего же не трапится. Не, ну у меня есть лошадь. Вот такая маленькая лошадка от Урона. Он со мной сюда ездит, и у нас были такие ситуации в горах, когда там какие-то трещины были, там лавины сходили. Но, слава богу, нам как бы везло. Так аккуратненько все проходили. И он сюда со мной, и вроде бы все нормально. У тебя тоже какая-то овечка есть вроде. Ну, мне подарили вещь, потому что тенденция пошла всем возить с собой мягкие игрушки. Во-первых, это прикольно на самом деле, да. Ну, когда ты парень, там, приехал на суровое какое-то там мероприятие. Ты достаешь овечку? И достаешь маленькую овечку все-таки. Вот, но я что-то ее перестал возить. Надо возобновить традицию. У нас є кілька світлин з ваших подорожей. Давайте ви їх прокоментуєте трішки. Де це ви були, що цікавого запам'яталось? Ось перше фото. Ну, там ми були в Карпатах. Вот это уже Грузія. Да, це Грузія, це Сванетія.
Ну, вот самый маленький участник тогда был вот в черных очках, сидит ему 12 лет. А то время было. Да, он в этом году с нами тоже едет на Казбек. Восхождение на Казбек, там 5000, ну, высшая точка Грузии. То есть это был для него как бы трекинг маршрут. Он посмотрел, почувствовал свои силы. И мы на него посмотрели, что... как он себя чувствует на высоте. Вот теперь его можно смело брать с собой. Это Крым, это Форос. Тут мы лазили, ну, занимались альпинизмом. Есть как бы разные классы. Класс малых гор и большие горы. Вот большие горы свыше 2500. Вот это класс малых гор, скальный. Там мы тренировались. Это Грузия. У нас было зимнее восхождение в 2015 году на гору Нульт. Такая сванская невеста. Одна из таких примечательных гор в Грузии. Это Безинги, Кабардино-Балкария, Россия. Тоже приезжали на Альпсборы. Учились работать со снаряжением. Там с... как бы тактика восхождений и т.д. там разные моменты, какие могут возникать. Это просто вот тоже поездка в Карпаты, комбинированная такая группа, то есть участники разного возраста, там вот самый маленький. Вот там, маленький на руках Олежка. До 2 лет ему, мы, по-моему, упоминали. Да, это гора Хомяк, это Гарганский хребет в Карпатах. Там очень так красиво, я думаю, многим понравится. И хащи, и крупная особь. Ну, крутой вид сверху. Да. Это Мармароса, да, по-моему? Да. Тоже Карпатские горы, Мармароса, все в основном идут в сторону Гаверла. Но там большой поток туристов, людей. А если вы хотите действительно вот отдохнуть и увидеть дикие Карпаты, то это надо идти в сторону Мармароса. Там и пейзажи хорошие, и туристов поменьше, и медведи есть. Это граница с Румынией, там разрешение нужно сделать в поселок... Делове отнести документы свои, там, прописка и т.д. Ну, это заранее нужно делать, там, за 2 недели. И можете, как бы, официально передвигаться в этой местности. Это тоже, Грузия, это 15-й год, на Татуль, когда мы ходили. Это наша верхняя, да? Ночевка, да, там, на 4000, скажем так, последний базовый лагерь. Вот, перед штурмом вершины у нас был наш... Колыба, отель 1000 зерок. Это тоже тут давает, как бы, влияние высоты в тяжелый рюкзак, то бывает тяжело. Но мы все равно идем дальше. Это Эльбруса, по-моему. Нет, это Непал. А, это Непал, да, точно. Вот, который был у нас буквально там пару месяцев назад. В мае, назад, да. Путешествовали. В мае месяце. Тогда там, по-моему, Нупцы, да? Не помню. А да, это всякие тропы, там много яков, там всякие тяжести, там баллоны для восхождений на Эверест, тащат на себе продуктовые раскладки, вещи людей, просто продукты в магазинах, там в высотных уже поселениях, типа там Кнамче, Лукла. Ну, Непал — это вообще, в принципе, другая планета. Особенно, ну, можно читать 10 раз о ней. Этой стране, а вот один раз приехал, посмотрел воспоминания на всю жизнь. Ну, абсолютно разные, абсолютно, ну, вообще, то есть... Другая культура, планета, другие люди, природа, ощущения, какие-то такие, не знаю... Гималайи, Эверест, такой дух шикарно, незабываемый. Вот говорят, если вот, попал в Непал раз, все, ты будешь туда ездить вот это постоянно. Вот момент, который, не знаю, у меня один из таких вот переломных в жизни, тогда выбрался на камень, и вот открывается Гималайи, перед этим была непогода, ну, все было затянуто. Вот, и мы с Наташей пошли, ну, получается, вдвоем, ну, как такой трекинг, и вот нам открылись, ну, да, там мы были, по-моему, на 4,5, заехали в лоджию, то есть, не заехали, зашли в лоджию ночевать, вот, и в 5 часов утра я смотрю в этот, в окно и вижу, что горы открылись, кричу, Радик, вставай, они открылись, выбегаем, такие заспанные. Да, мы еще фотки сразу начали делать, но ты счастливым, в горах просто все очень быстро происходит, тут тебе горы появились, тут тебе горы пропали. На погода меняется, хоть и Гималайи большой хребет, там, как бы, можно как-то прогнозировать, но все равно бывает. Наделали вот таких фотографий там же, а потом смотрим, а там такие ряхи запухшие. Будто мы что-то пили, хотя как бы в горах на такой высоте точно ничего не потребляют в основном альпинисты. А там мы катались на великах. Так куда мы, ну, у нас стабильно происходят такие велопокатушки, мы стараемся устраивать. Просто по области, куда-то в
в те же самые Буки или еще куда-то. То есть, ну, просто покататься. Вот так народ собираем, клич создаем на социальных сетях, у себя на страницах. Там, ну, поехали завтра туда-то. Вот народ, по сути, собирается. У нас приблизительно такие компании. Бывает больше, бывает меньше, по-разному. Ты тоже, да, по-моему, в Непал? Да, это тоже в Непале. Это еще свежий был. Молодой. Да, первые дні поїздки. Да. Ви, наприклад, були в одному місті один раз, знову повернулись і ще через рік. Ви порівнюєте якось ці світлини там? Раніше це місце було таке, або раніше я був таким? Та ну, не особо. Ну, як сказати, у нас не так уже багато повторяючихся мероприятий. Ми ж, виходить, робимо те, що нам в удовольствие. І якщо ми хочемо організувати там, на маршрут, который там закрытый, например, мало кто по нему ходит, то мы туда народ и собираем. Мы понимаем, что народ в основном пойдет туда в сторону Гаверова, но мы все равно будем собирать сюда, потому что мы сами хотим там побывать. То есть мы, в принципе, не под общество подстраиваемся. Не, ну есть как бы любимые места, в которые мы возвращались. Тот же самый раньше был семьи с Крыму. Мы туда ездили, и это как бы вообще отдельное такое место, которое... Вот, отдельная планета, как Непал. Для нас, да. Вот. И вот смотришь фотографии, вспоминаешь, там, что мы раньше, там, как мы отдыхали как бы, там, недавно. И, ну, круто. Не, конечно, мы меняемся тоже, растем. Може бути, немножко. Якби у вас був вибір, наприклад, щомісяця повернутися у якесь місце, постійно, крім Непалу, куди б ви ще поїхали? Хоча Непал не можна. Ні, ну Непал, ну це серйозна страна, це серйозне мероприятие в плані того, що там треба бути дійсно підготовлений. Підготовлений к атмосфері, тобто знати, куди ти їдеш, тому що це серйозно. Тобто, якщо чоловік приїде туди такий, який, знаєте, от кроссовочки там постійно протирає. Ну, педант. Так, да, педантичний такий, який чуть запачкався, він вже все, у нього волнення, стрес. Йому там просто делать нечого. Тобто, це... Антисанітарія, да? В городах, так, да, там серйозно. Ну, в горах там все нормально, а в городах там треба бути готовим. Мусору и всему остальному. Самым важным является твой настрой, чего ты хочешь, ну, вот, от поездок. Мне, например, ну, как очень понравилось, там, Черногория, вот мы говорили, Албания, ну, шикарная страна. То есть туда хочется постоянно, ну, возвращаться. По Крыму я вообще молчу, я начинал с Крыма, я просто болею Крымом. То есть я очень люблю эти горы, эти места. Вот, то есть политика, это я особо не вмешиваюсь в это все, я понимаю, что к чему, ну, как понимаешь, к чему. Вот, что там свои дела. А вот в природе, да, имею отношение. Та же Грузия. Вот Грузия, в Грузию, да, люблю возвращаться, хоть там разные мы бываем регионы, да, она же как бы Грузия и с той стороны окружена горами, и с той стороны. Вот, и они разные, действительно отличаются по своей какой-то там, не знаю, природе, фауне, флоре. Поэтому классно туда всегда возвращаться. И люди, ну, очень такие приветливые, в общем-то, если не учитывать это те курортные города, как Батуми, хотя там тоже находятся свои герои. Вы в этих местах знакомились с какими-то також туристами, потом тримали зв'язок? Просто если раньше было, как бы, ну вот раньше было как, там, познакомился с человеком, написал ему письмо, отослал, ждешь, там, получит, не получит, там, и через там, пару месяцев тебе письмо пришло обратно. Вот это на самом деле очень круто. Вот ощущение, ну, как бы связи. Сейчас все намного проще, типа, как бы соцсети есть. И в соцсетях там много друзей, да, ты с ними там не общаешься, но все очень быстро происходит. То есть, если ты вспомнил, там, какое-то событие произошло, ты вспомнил, и ты такое быстрое ему сообщение написал, тогда да, есть. Но если мы будем постоянно со всеми общаться, с тем, с кем мы познакомились, мы просто будем не выходить из соцсетей, потому что людей много, мы много с кем знакомимся. Вот, в принципе, мы, скажем так, мы поддерживаем связь. Не, ну есть такие люди, как, например, в том же самом Непале, с нами ходил чилиец, ну, как бы, с ним мы вот проходили трек, сказать, что мы поддерживаем связь с ним, то нет. А есть, которые мы вот ездили на те же самые альтсборы, и ты там с 14 года, хоть вы в разных странах живете, вы все равно общаетесь, там поддерживаете, у вас какая-то там переписка, в курсе, что у кого происходит. То есть это, я не знаю, это по-разному, там должно быть какое-то обоюдное желание общаться и с твоей стороны, и с, как бы, с той, второй. Ну и тоже же есть как бы такие моменты, вот встретил там человека, которого там пару лет не видел, и ты просто с ним общаешься там очень спокойно, без напряга, все, тебе действительно вот, ну, все любопытно, как у него в жизни там вот.
А бывает такое, там, встретил человека, которого там вроде месяц не видел, и ты, ну, такая вот неприятная пауза, когда ты не знаешь, о чем с ним говорить, ты такой, ну, как там вообще, чего? Он такой, ну, да все нормально, да у меня тоже, знаешь, все нормально, ну, еще увидимся. Да, все зависит, наверное, от человека еще какого-то. Зараз збільшилася кількість любителів екстриму. Угу. От який туристичний маршрут можете ви запропонувати таким людям? З вашого досвіду. Екстремальний? Ну, це все залежить, що вони хочуть. У нас не зовсім навіть от маршрутний. От, екстремальних таких поїздок цікавих у нас в основному це йде скалолазання. Тобто це швидко, це на вихідні. Тобто чоловіку не треба виділяти там неділю, місяць там, на поїздку. То есть это поездка на выходные, плюс экстрима там точно хватит, потому что человек там пробует для себя, он там срывается, он лазит, он ощущает себя там серьезным там скалолазом, альпинистом. Вот, то есть такое вот на самом деле пользуется спросом. Сплавы, ну опять же, в Украине ну, не так много именно ну, бурных речек, то есть таких, это разве что весной. Там все... Южный Буг, да. Те же самые в, ну, в Карпатах. Все остальные речки, они более спокойные, это больше именно в удовольствие, там, просто гребешь, общаешься с людьми, вечером поставил палатку, там, закат, солнце, это все, ну, на самом деле, очень красиво, классно. По горам тоже, если это летние Карпаты, то, в принципе, там особо экстрима нет. Вот горнолыжка. А вот зимние, горнолыжка да. Это реально экстремально, очень травмобастный вид спорта, но если подойти с умом и научиться там, как бы, какой-то технике, то очень круто, и при этом какого-то адреналина тебе хватает. Хотя трассы есть разные сложности, и кто-то как бы словит свой адреналин на синей трассе, кто-то на красной. Но горнолыжка — это реально круто, там и скорость, и природа, люди, ну классно. Ну мы вот в основном уже катаемся, стараемся выбирать либо по фрирайду что-то, это, то есть дикое катание по неукатанным трассам, то есть мы просто берем термоса, уходим в горы, выбираемся на какую-то вершину и, ну, стартуем вниз. То есть мы можем 3 часа идти вверх. Чтобы сделать один спуск. Да, один спуск. Но этот спуск намного круче, чем все остальные спуски, которые ты там можешь целый день кататься в Буковеле и где-то еще. То есть горнолыжка, да, это очень... Еще классная вещь, вот кто любит воздух, парапланы. В Украине эта тема развивается. Вот для них рекомендую действительно попробовать. В Украине нет, есть и в Киеве, и в Харькове, и в Могилеве, это Винницкая область, места там, где вот и школы вас будут обучать парапланеризму, либо просто вы с инструкторами осуществите свой как бы полет. Ну, это очень круто, когда тебя не выбрасывают с самолета, как в парашютном спорте, а ты такой бежишь-бежишь и понимаешь, что ты отталкиваешься от земли и летишь, и управляешь вот этой всей махиной. Классно, рекомендую. Кто не пробовал, я думаю, понравится многим. Нині сезон овочів та фруктів. Які продукти ви з собою берете? Є якісь, наприклад, заборонені? Які швидко зіпсуються або ще щось? А, ну, звісно. От ті ж самі м'ясні, молочні продукти, вони портяться, якщо в такому звичайному как бы, для нас виді. Ну, якщо м'ясо засушити, сушити, то правильно. Ну, як ти говорив про в'ялини, так? Mm-hmm. Да, то же самое сушеное мясо, либо продаются уже готовые магазины, те же самые сублиматы, там срок хранения несколько лет. Молочные продукты в виде тех же самых там порошков, они имеют достаточно большой так, срок хранения. Те же самые, я не знаю, рыбные консервы, не рекомендуем, это не совсем здоровая пища. А в горах нужно, чтобы питание было сбалансированное и по вот этой пропорции белки, жиры, углеводы, она сохранялась. Все-таки нам надо больше жиров и углеводов, а белков меньше. Потому что идти долго человек сможет, ну, как бы на жирах, а углеводы они быстро уходят. Ну, это как бы уже после углубляться. Ну, как бы, и еще есть один момент, что мы с Наташей часто ходим, и сначала для нас были как первое путешествие, ну, лично для меня был в приоритете виды, красота, горы и тому подобное. То есть я вообще, питание у меня было вообще на последнем, наверное, последней ступеньке. Вот, но потом все больше и больше, чем чаще ходишь, ты уже хочешь не просто красивые виды, а еще и вкусно поесть. То есть, и начинаешь там, да, уже действительно начинаешь там, подбирать питание. Сушить какую-то малину, вишню, чтобы кинуть ту кашу, чтобы она была повкуснее, потому что ты понимаешь, что ты в горах уже живешь, и это уже как бы твой обычный рацион,
И надо продумывать. Те же самые, если вегетарианцы, для них надо продумывать как бы иной рацион, чобы соблюдать какие-то то есть, те же самые там, полезные вещества, чтобы они получали и могли идти, и себе как бы, здоровье сохранить. А кто готує? Хтось відповідає за кухарську справу? Ну, так якби назначає, то есть самі готові. Ну, оба в основному. Ну, по-разному. Якщо то ж саме, от ми будемо йти на Казбек, там будуть назначатися дежурні, тому що кожен день чоловіка, він має віддихати, і кожен день, щоб він не вставав рано утром і готував на всю толпу, тому там будуть назначатися дежурні. От. А якщо якісь там скалазні виїзди, то там, в принципі, вся толпа, хтось щось робить, тут нарізають і вместе об'єднуємо. У нас нет просто свої усилия. Таких, как бы, вот там Наташа правил. Занимается вот этим, да. А я занимаюсь вот этим. У нас как бы обоюдная такая подстраховка. Я вижу, там, допустим, не успеваю там, с готовкой. Наташа быстро подключилась. Мы доделали дело здесь с готовкой, продолжили там, ну, там со страховкой, с верёвками работать. То есть. Ну, как-то... Ну, по ситуации, да, нужно да. смотреть, что к чему. Да. Ну, те же самые, если вот там скалазные выезды, мы едем на машине, мы можем набрать с собой кучу всего, там, вплоть до того, что там какие-то арбузы, я не знаю. А если мы будем идти на Казбек, там уже будет специальная еда, и она будет очень мало весить, и при этом в ней будет все, что нам надо, да. Поэтому там надо смотреть. Скажите, какие традиционные стравы ви куштували і екзотичні овочі чи фрукти? Перше, що приходить в голову, це мамо. Да, у нас, виходить, коли нас везли, ну, от, не, ну, почему мы так говорим, много не пали, потому что это свежее путешествие, и если взять Балканы, например, страны Балканов, плюс-минус одинаково, если взять Европу, плюс-минус одинаково, Кавказские горы, ну, там, со стороны России, со стороны Грузии, тоже плюс-минус, а это вообще нечто иное, то есть вот так вот. И когда мы, получается, ехали на джипах, нас везли там, нас остановили возле какой-то местной кафешки, вот это на самом деле очень интересно, там местный колорит. И просто я захожу в кафешку, а все сидят такие, едят руками, то есть вот так вот по локоть у него вот в этом долбат, ну это рис блюдо. Со специями. Да. И вот у него все замазано, я смотрю, как они их готовят, все очень просто тоже, там что-то лепешку сделали туда, куда-то кинули, с пола подняли. Вот, ну, если мы уже в Непале, то надо же пробовать. Я достал свою ложку, так вот открыл ее, короче, они такие смотрят на меня, я смотрю на них, вот, и не понимаю, как бы, что у нас такой интересный зрительный контакт. И я вот сижу, ложкой ем, на меня так смотрят и чувствую. Ну, на самом деле... Да, там как бы много национальных, то есть в каждой стране свое национальное блюдо, там то же самое Непал, там это мамо, там какие-то такие лепешки с начинкой вегетарианской, потому что у них... Они вегетарианцы не потому, что там они не хотят, у них нет возможности есть мясо. Да, у них очень поэтому плохо с экономическим многие путают, как бы это не для здоровья. Вот. Что мы там еще такого брали странного для нас, непривычного? Ну, мы на самом деле выживали там, еще брали, ходили китайскую кухню, пробовали. Да, китайская потому кухня, что да. у них было реально жестко острое. То есть мы до этого ели в Грузии, говорили нам, да, это остро. Да не, это не остро. То есть у них реально остро. Вот. И, ну, то есть мы ходили, жили в китайском районе. Да. Да. То есть ходили в китайские... Ну, это когда уже были в Катманду, у них есть туристический район и... так называемые улицы. Вот мы жили на Китайской улице, и потому как бы китайская еда. А если наверху, то там уже национальное блюдо их, там разные супы, если это можно назвать супом, потому что он тоже своеобразный. Не, ну в плане Кавказа, то у них тоже отличается кухня, потому что если там то же самое Кабардино-Балкария, там они готовят свои хичины, ну такая лепешка с сыром, а в Грузии хачапури тоже вроде бы лепешка с сыром, но на вкус и она совершенно отличается. Хотя есть и какие-то общие у них там специи, привычки. А что в плане еще какие продукты мы с собой особо не берем, так это, наверное, алкоголь. Как бы, когда уже спустился с гор, пожалуйста, в горах не рекомендуем. Потому что все-таки горы — это всегда какая-то опасность, и там нужно быть во внимании всем, чтобы все завершилось хорошо. Як ми всі почули, ви нещодавно повернулися з Непалу. Скоро плануєте поїхати до Грузії. Що плануєте робити там, де побувати? Який маршрут? Ну, у нас це вже йде як альпове схождення. У нас є група, ну, бажаючих. Вот, і ми хотіли... Определенна підготовка, тому що просто так...
тоже как бы мы не рекомендуем. Ну, наша цель это вот гора Казбек, это высшая точка Грузии. Вот она, это пятитысячник. Вот хотим туда подняться. А, кстати, продолжение. Ну, это вот группа была с Японии. Такие вот интересные ребята, они хотели взойти на Верлу, то я их водил. До сих пор поддерживаем связь. Очень такие интересные, позитивные люди. Окрім запланованих сплавів, підйомів, спусків, ти говорив, ви збираєтеся на велопрогулянки. Я читала, що ви ще збираєтесь і на каву. Так? Угу. Як багато містян відзиваються на такі івенти, прогулянки? Я на самом деле таким образом розвлікаюсь. Ну, то есть, если я хочу там собраться с людьми, там просто, ну, встретиться, скажем так, да, то я приглашаю, говорю, я в такое-то время еду там на дамбу, там закат, красивое место, хочу попить кофе. Кто хочет со мной, присоединяйтесь, в такое-то время встречаемся там-то. На самом деле, сначала там нас было 2-3 человека, потом нас становится все больше и больше, то есть люди уже сами пишут, когда там уже на кофе или что-то еще. Ну, то есть кофе, как, наверное, как предлог собраться. Но повод. Повод, да. Но это еще и как бы, ну, приятный момент, когда ты там поставил газовый баллончик, вот там речка. У нас на самом деле красивые места. Днепр очень сильно вытягивает Черкасы в плане вот, пейзажей. Вот. Поставил кофе, приготовил, все сидят, пьют кофе, классно. Ну, самому приятно как бы, ну, смотреть на коллектив, то есть людям это интересно. Главное заранее написать, это будет больше людей. Если ты, конечно, пишешь, что сегодня всем, и это сообщение вышло как бы в люди в 5 вечера, то людей, скорее всего, будет немного, потому что его мало кто и видел. Единственный момент, я заметил в таких сборах, это вот то, что меня, наверное, ну, как бы расстраивает, и хотелось бы, чтобы люди это у себя убрали. Вот это вот, вот я там никого не знаю, я туда приеду, на меня все будут смотреть, или что-то еще. То есть я не поеду, потому что я их не знаю, или еще чего-то. Да приезжай, просто познакомишься. Ну, нам же самим интересно познакомиться с новыми людьми, с теми людьми, которым действительно интересно вот такое времяпровождение, потому что, ну, вот вечером идешь, то все по каким-то заведениям сидят, то есть там же люди собираются, да. То есть почему бы не собраться вечером там на закат? Ну, если сам стесняешься, то мы познакомим. Да, просто надо какая-то игра, что такое, то есть будет, да. То есть все люди, в принципе, которые путешествуют, либо легкие на подъем, они открытые. И к общению, и с ними, то есть легко завязать какой-то диалог, и не надо их вообще бояться. Розкажіть про плани на осінь. Звідки чекати ваших фото? Ну, с сентября месяца мы еще четко, ну, как бы не прописывали наших, как бы, мероприятий, но они по-любому будут, то есть... Ну, планируем Турцию, это будет Ликийская тропа, она достаточно известная уже, как бы, украинским туристам, вот, мы туда планируем сходить. Будут выезды по скалам. То же самое скалы, потому что, как бы, это на выходные, и все могут себе как-то найти там пару дней, выбраться, полазить. Ну, что еще? Какие-то велосипедные прогулки по-любому будут. Угу. А с какими перервами у вас гости? Выезды там, например? Бесперервно. Ну, нам надо приехать домой, взять другие вещи и можем уезжать. Перепаковать. У нас очень активный ритм жизни. Ну, это как бы... Не, ну есть такой период, допустим, как ноябрь месяц, то он достаточно у нас пассивный, потому что... Мы будем собираться на кофе. Да, это как бы не погода, и, разумеется, нет никакого удовольствия в Дубарь под дождем ехать там на велике. Не, ну есть люди, которые ловят от этого какой-то свой кайф, но мы, наверное, не такие любители велосипеда, ну, в ноябрь под дождь. Не, ну что, если найти компанию таких же интересных... То чому б і ні? Да. А яка найбільша кількість людей, які ось так збиралися? Ну, у нас, ну, наверное, это... У нас какие-то ограничения все-таки мы все равно вводим, потому что если придет какая-то толпа, ну, надо же как-то, чтобы людей организовать, чтобы, ну, все было безопасно, проконтролировать, а если это будет непонятное количество... Ну, у нас в Крыму были там, ну, мы просто с палатками приезжали, стояли возле моря там на Семииз, ну, в Семиизе, то у нас были группы там до 30 человек, то есть так. Ну, да. Если людей уже очень много, тогда нужно подсоединять каких-то других гидов, потому что так оставлять людей нельзя без присмотра. А яка найменша кількість? Ось вдвох.
Або самому виходили в якийсь похід? Автолюбитель-одиночка. Ну, одному класно, на самом деле. Є время. Ну, многие люди боятся одиночества. Ну, на самом деле, они не хотят быть наедине со своими мыслями. Мне, наоборот, нравится. Это своего рода разрядка такая. Вот я в последнее время... Раньше я там старался куда-то уехать постоянно, там, чтобы быть наедине со своими мыслями, ну и красивое место. Сейчас, в принципе, постигаю какой-то дзен, чтобы просто, ну, можно было уехать там на дачу и быть одному, и быть комфортно себя чувствовать. То есть, ну, вообще, да, очень полезный опыт, очень интересно. Ну, к этому надо быть готовым, потому что не каждый человек сможет спать сам в дикой природе, в палатке. И в этом нужен обязательно опыт, потому что если человек там пошел, и у него случилась какая-то ЧП-ситуация, и он один, это проблема. Ну, он должен знать, как себе самому помочь. С кем-то быть. Да. Дуже дякую вам за цікаву розмову, за корисні поради, так. Нашим глядачам я бажаю лише активного, цікавого відпочинку. І пам'ятайте, колекціонувати варто моменти, але аж ніяк не речі. Бувайте!